Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня вторник, 19 ноября. Вы смотрите новости на канале Инста ТВ. В студии Анна Касаткина. Заместитель управляющего Банка Канады вчера в своем докладе об управлении рисками в мировой финансовой системе отметил благоприятные изменения, произошедшие вследствие продуктивного сотрудничества стран Большой Двадцатки. Именно благодаря финансовым реформам, предпринятым ведущими экономистами Большой Двадцатки, удалось добиться относительной стабильности и безопасности. Изменения явно прослеживаются в канадской среде. Экономика удерживает темпы роста, безработица заметно снижается, инвестиционный климат улучшается. В сентябре объем зарубежных инвестиций в канадскую экономику увеличился до 8,4 миллиарда канадских долларов. Аналитики не предвидели столь оптимистичных данных и ожидали прирост с 2,8 до 6,71 миллиарда долларов. Показатель продемонстрировал максимальное значение за последние 5 месяцев. Таким образом, предоставленная статистика оказала дополнительную поддержку национальной валюте. В паре с американским долларом в первый день новой торговой недели канадский доллар отыграл 30 пунктов, опустив котировку к 1 доллару 4,15 канадского цента за 1 доллар США. Следите за последними событиями на финансовых рынках с компанией InstaForex. До свидания.